Я гражданин Республики Казахстан Измайлов Сергей вместе со своими единомышленниками во главе с Жасаралом Куанышалиным, пользуясь правом статьи 23 Конституции Республики Казахстан, заявляю о намерении организовать и добиваться государственной регистрации политической оппозиционной партии «Алга Казахстан», призывая всех неравнодушных к судьбе нашей страны соотечественников поддержать нас и принять личное участие в организации партии «Алга Казахстан». На данный момент для подачи уведомления о намерении организовать партию мы планируем создать инициативную группу численностью не менее 2000 человек. Прошу всех, кто готов присоединиться к данной инициативе, предоставить нам свои личные данные для внесения вас в список инициативной группы по созданию партии «Алга Казахстан». Для этого вам необходимо в мессенджере Telegram написать нам в «Алга Казахстан партия Сы Боты». Адрес ее в Телеграме «Алга КЗ Бот». Для вашей регистрации нам нужны следующие данные. Первое. Фамилия, имя, отчество. Второе. Месяц и год рождения. Третье. Индивидуальный идентификационный номер, сокращенно ИИН. Четвертое. Номер удостоверения личности. Дата выдачи, каким органом выдано. Пятое. Адрес проживания. Шестое. Контактный номер телефона. Важно! В целях исключения провокации необходимо записать и отправить вместе с личными данными короткое видео, где нужно четко озвучить свою фамилию, имя, отчество и заявить о добровольном решении участия в создании партии «Алга Казахстан». Необходимо снять свое удостоверение личности с обеих сторон. Видео должно быть продолжительностью не более 30 секунд. «Алга Казахстан».